Көптөгөн каалоочулардын арасынан 7 адам тандалып алынды. Аларга 3 айдын аралыгында 30 килограммга чейин ашыкча салмакты таштоо тапшырмасы коюлган. Эң кызыгы, катышуучуларга профессионал адистер жардам берет. Дарыгер, диетолог, психолог жана машыктыруучу 3 ай бою алар менен бирге болот. Бирок, тапшырманы аткара албай калган бирден катышуучу ар бир айдын жыйынтыгы менен кош айтышат. Чечимде калыстар тобу кабыл алат. Күн сайын залда машыгуу, туура тамактануу, арыктоого аң сезимди даярдоо, ден соолукка кам көрүү. Мунун бардыгы жаңы максимумда теледолбоорунда. Максимумда. Для снижения веса, конечно же, будет являться правильное питание. Да, питание. Я буду... Это... Вас мало хвалят? Мало. А может, даже в детстве не дохвалили. Она очень требовательный человек. Бывают походы там, в кафе там, с друзьями, прогулки. И так нельзя, да? Ну, так, как я поступаю, нельзя. Среди ночи сидит, ест. А утром говоришь, он нет, говорит, не было такого. Дети в курсе, что я участвую, что я попал туда. Дочка, ох, как ты, пап, смог. Я говорю, смог вот так. Молодец, папа, давай. Максимум да кыймылда. Жаңы кадам таштала. Максимум да кыймылда. Жаңы жасыл баштала. Ты дай нам максимум. Потягайся с собой лицом к лицу. И не дай себе сдаться вдруг. Дай нам максимум. Максимум да. Господи, как классно! Какая прелесть! Чизкейк! Да, с творожной вон, с печенькой. И с шоколадом. Да, господи, как классно! Я тоже люблю. Обожаю с творогом. Я люблю суфле творожное и люблю шоколадку. О, господи. Все поломал. Но все равно, блин, так классно. Ну что, расселись? Давайте. Здравствуйте. Здрасте. Проходим. Катышуучулар максимумда теледолбоордун алкагында машыгып баштаганына 3 жума болду. Бүгүн болсо аларды Cycle Fitness программасы күтүп турат. Cycle ар кандай ылдамдыкта стационардык велосипедде тобу менен машыгуу. Ал кыска аралыкта арыктаганга жакшы жардам берет. Приступим к разминке. Носочки вниз. Руки перед собой. Повороты. Велосипедти тебесин бир жерде чакап чыга албай. Бат чыркап жүрдүк эсе ушул. Велосипедти тебеп. Ал сонун эле эметти бизде кыйкырып давай кыл. Мен ойлоп аткам азыр биртке дейин велосипедтер кетип калышат деп. Велосипед менен кетип калабыз деп. И третий максимум. Крутим. Побыстрей. 35. Полотенчиком взяли. Полотенце. Воду. Попили водички. Вдох. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Я думала, все, я сейчас все брошу, сейчас все брошу и уйду с этого велосипеда. Нет, а он такой, максимально набираете. Вот я по ходу его команды его максимально выжимаю. Сама думаю, вроде бы я же хотела бросить же, а сама тут же кручу, максимально надо набрать это все. Жамиля 11 тууган. Тамакты даамдуу жасагандыктан апасын бир туугандарын бир дасторкон үстүнө чогултканды жакшы көрөт. Жамиля толуп кеткени кан басымы бир калыпта болбой калган. Ал гана эмес, маанайы да бат-баттан өзгөрө берген. Албетте, бул апасын түшүлтө баштаган. Алда весиң кандай болот? Алда весиңди атаңда ондой вес жокту. Жокту маган берсиң болот чуть-чуть. Мен өзүм 48 килограмм, уже 45 болдум. Дай чуть-чуть, пожалей мать, чем кулеты. Даже плакала одно время, что я такая полная, что давление, ну чё ты не можешь скинуть вес. Кыска аралыкта эле Жамиля жашоосун жакшы жака өзгөртө баштаган. Жакындарына болгон мамилеси мээримдүү тартып, ал гана эмес, күчтүү азыктардан баш тартып, туура тамактанууга өткөн. Она любит готовить.
И кушать любит, особенно манты. Как не придешь, у него манты хоть 12 часов ночи, у него манты. А теперь, благодаря этой передаче, мы манты кушаем. Она готовит и нам приносит. Раньше я полы мыла шваброй и тряпку так чуть ли на весу сжимала. А сейчас я могу спокойно без швабры полы мыть. Я стала намного подвижная. А у меня нормализовался сон. По стране это визуально видно. И она стала позитивной. То есть она на самом деле она стала добрее. Она обычно нервничала, всегда давление у нее было. Она всегда на высоких тонах разговаривала. Сейчас уже спокойно заметно. Даже мама заметила. Мен де сестра когда мог парнить. Ой, я рада, Джамиля. Я рада, Дангетти. Весен ташта. Хандай приятно смотреть на тебя. Парсен да миничерный, ельмен да. И характер его изгод. Максимум, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Джамиля. Рада вас видеть. Я тоже вас рада. И побеседуем, да? Как ваши дела? Мне все хорошо. Все хорошо, да? Всегда улыбается, всегда на позитиве, да? Сама себе настроение поднимаю. О чем? Здорово. А есть что-то, о чем хотелось поговорить? Наверное, уже все. Вот что, проблема была у меня в весе, а тут в проект попала, и вот уже скидываю. Уже процесс пошел, да? Процесс пошел, и давление нормализовалось. Представитель такого активного психотипа, и он так и называется, активный психотип. То есть она проявляет свою активность во всем. И в реализации себя, и в помощи другим. И как-то вот все-все-все-все вот на вот эту внешнюю активность, поскольку по природе она ей дана. Вот как-то много у нее этой энергии внутренней. И, соответственно, ей нужно ее реализовать. И она вот это активно демонстрировала и показывала. И вот уже будучи на проекте, мы все время это наблюдаем. Достаньте одну. Одну? Да. Просто. Смотреть на нее? Да, конечно. Ага. Вот, можно? Пожалуйста. Вот смотрите, вот эта картинка, да, вы ее сами достали, да? Она про вас и про ваш лишний вес. Вот раньше я весила, конечно, намного меньше. На килограмм, наверное, 25-30, это точно. После смерти мужа у меня пошел какой-то стресс, и вот все пошло. Я перестала регулировать питание. Может, они рабочие у меня пошел, может, гормональные изменения пошли. Я не знаю. Как давно это было? Это 2009 год. Ой, 10-й год. 9 лет назад. Да. Да. Юля, о чем ваши слезы? Слезы. Но я постоянно думаю про это. Про что? Про мужа. И думаю, что я не уделяла много внимания ему. Я сожалею. У вас есть сожаление. Я всем говорю, что сейчас надо любить, сейчас надо друг другу больше внимания уделять. А вы любили? Наверное, да. Когда я шла на прием к ней, к Раушан, я думала, что все, ничего не скажу. Все во мне. Думаю, так, вот по полочкам, вот это, вот это, вот это, вот это. Но когда к ней зашла, переговорила, она какой-то вопрос задала каверзный, вот прям как будто бы занозу вытащила. И все, пошло у меня и слезы, и воспоминания. Помню, как он мне позвонил на работу, говорит, срочно надо поговорить. Я говорю, а что случилось? Он говорит, я хочу срочно тебе что-то сказать. А я говорю, что-то срочно? Он говорит, да. Я говорю, что? Он говорит, я просто хочу сказать, что я тебя люблю. Я говорю, больше ты ничего не придумал, вот это сказать. А сейчас думаю, а почему я? Нам бы хотелось это слышать, да? В тот момент я почему-то так это отреагировала. Возможно, если бы в жизни Джамиле не пришлось бы прожить тяжелую психотравму потери, все бы выглядело, возможно, иначе. Но сейчас, на сегодняшний день, вот эта психотравма потери, она для нее очень сложный аспект ее жизни. И он сейчас принимает такой, знаете,
вариант вот, реализации этой активности на несогласие, на несправедливость в этом мире. Тайна максимум. Максимум, да. Здравствуйте. 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 Сегодня у нас с вами замечательная встреча. Есть такая медитация, она называется медитация прощения. Потому что чаще всего мы все прощаем кого-то. Кого-то близких, родных, да. Вот простить себя иногда бывает очень сложно. Каким образом будет проходить медитация? Ну, как вы понимаете, прощение просят стоя. Или на коленях. Да. Поэтому вы начинаете дышать, дыхание будет таким образом. Повторяем. Будьте в этом процессе сами с собой. А как только вы услышите первые звуки музыки, пожалуйста, начинаем дышать, да? Дышим каким образом? Азамат, дыхание непонятно? Дышим. С любовью и благодарностью. Я полностью прощаю себя. С любовью и благодарностью. Я принимаю себя такой, таким, каким есть. Это вообще супер было. Мне все понравилось там. Потом мне стало себя жалко. Оказывается, надо прощать, оказывается, надо все выкинуть, и обиды, и все-все-все. Оказывается, все. Все, весь негатив, оказывается, мы собираем, как губка. Я с сегодняшнего дня все, всем все прощаю. И я начинаю жизнь с чистого листа. Я сегодня вообще вновь родилась. Я прошу прощения. У самой себя, у самого себя, за мои мысли и эмоции в адрес себя. Я убираю из своего тела все воспоминания о том, когда я противостояла всему тому, с чем я была не согласна. Именно на мне был установлен выбор. Я стираю из своего тела все воспоминания об этих обидах. И теперь переходим к привычному ритму дыхания. Тайна максимум. Максимум, да. Вы заметили, что эти тренировки с Айклом проходят в таком хорошем ритме. Это интенсивная, но, однако, интервальная тренировка, то есть где сменяются высокая интенсивность занятий с умеренной. При этом, как было видно, что выполняются упражнения не только сидя на велосипеде, не только работают ноги, и в стойке выполняются упражнения, то есть практически работают все группы мышц. Что он схватил?
Крутим, крутим, крутим. Стараемся. Крест-накрест. Первый, третий руль. И повеселее. И повеселее. Крутим. В темпе. Делаем, делаем, делаем. С поворотами. Поменяли руку. Байқаған болсаңыз, залда 6 адам ғана машығып жатады. Демек, бір қатысушы келген жоқ. Ал Жәмила Елчубаева әлі. Бірок психологтың қабыл алуын ал өткөріп жіберген жоқ. Дайна максимум. Максимумда. Здравствуйте. Здравствуйте, Жәмила. Вот это метафорические карты, да? Угу. Достаньте одну. Можно посмотреть? Угу. Вот эта картинка, она о вас, да? Причем их много, вы выбрали вот именно это. И все, да? Это обо мне? Да, это о вас и о вашем лишнем весе. Вот расскажите, ну, посмотрите и расскажите, каким образом она о вас? То, что я заточена в своем лишнем весе, Рошан все-таки располагает к беседе. Что могу сказать лично о приеме? Ну, предположим, это какие-то рамки. Рамки. Угу. Да. Какие у вас рамки? Ну, не знаю, предположим, что-то для меня это недоступно. Что-то недоступное. Угу. Значит, вы боитесь? Ну, не знаю, женщина не может выйти, наверное, отсюда. А женщина это кто? Ну, я. Ага, она не может... То есть вы, Джамиля, не можете выйти из чего? Из этих... Рамок из этой клетки или что это? Ну, я вижу клетку. Я вижу женщину в клетке. Да, мир для них небезопасен. Все вокруг проявляют какие-то свои позиции, как вариант недоверия. Да? И, соответственно, мир неспокоен. И надо постоянно быть в защите. Именно поэтому у Джамили... как бы вес, да, такой весомый вес, да, можно назвать, что это рыцарские доспехи от внешнего мира. Вот, вот, дж, да, вот, и защищаемся от внешнего мира. Тайна максимум. Максимум, да. Еще, 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 еще. Работаем, 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 крутим. Я не могла набрать нужную вот скорость, например. Нам дает он, скажем, 45, 50, там 60, кто-то умудряется и 80, например, вот мужчины. Я могу максимум 45. И даже после этой, это для меня уже тяжело. Первый 40. Отлично. Быстрее, 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 быстрее. На меня кричат, если я это не встаю и руки не поднимаю. Он такой: давай, давай, говорит. Я говорю: да не могу, я сейчас равновесие потеряю и со сайкла как вот так вот навернусь, и что это будет? Он такой: ну ничего страшного, все же свои, говорит. Так что давай, говорит, расслабься. Ну ничего, я простояла, наверное, ну недолго, секунды какие-то. Он такой: во-во-во, вот видишь, говорит, можешь? Я говорю: могу, секунды какие-то. Он: ничего, все начинается с секунды. Тайна максимум. Максимум, да. Вторая часть медитации, она уже будет релаксирующая, да? Отдохнем, поспим, подышим. Вы можете... лечь на ваши карематы и расслабиться. Да. Я предлагаю вам закрыть глаза и максимально расслабиться. Представьте, что маленькое белое облако, опустившись вниз, прямо с ваших ступней, начинает распространять внутри вас состояние легкости. Вы чувствуете себя свободным, воздушным.
вспомните что-то очень важное, что-то очень нужное для вас. Именно здесь сбываются мечты. Именно здесь все возможно. Именно здесь вы наберетесь тех сил, которые вам необходимы в вашем процессе. В процессе движения к вашей цели. Очень-очень даже помогло. Легче стало даже. Открываем глаза. Сейчас можете побыть немного наедине с собой. Можете вставать. О, хорошо. Никого не дам? Отдохнули? О, вы знаете, мне медитация очень понравилась. Вот так бы каждый вечер перед сном, чтобы засыпать. Дай на максимум. Максимум, да. Как вам кажется, он бы хотел, чтобы вы были счастливы? Да. Он всегда к этому стремился. И именно поэтому вы должны быть счастливы. Потому что вроде бы вы счастливы, потому что у вас все это было. Но вы сегодня не счастливы. Мне даже его родственники говорят, ты должна быть счастливой, потому что ты прожила счастливую жизнь с ним. Мы же это видели. А помимо этого, вы сейчас живете жизнь для двоих. Вы должны прожить свои отведенные вам годы, да? И должны прожить те годы, которые ему не суждено было прожить. Угу. Как вы думаете, что может вам помочь быть счастливым? Прекратить плакать, наверное. А дело то, что он сделал бы сейчас. Пока мы боль эту не проживем слой за слоем, она все равно будет. Раз. Теперь вернемся к нашей картинке и все-таки. Давайте. Как это о вашем лишнем весе? Я когда в зеркало смотрю, я всегда виню в зеркало, что оно такое широкое, и становится мне себя жалко, что вообще, блин. Кто зеркало увеличил? Да, кто зеркало увеличил, кто же это все придумал, и вообще сама себя потом ненавижу за то, что у меня такой вес. И все-таки вы начнете снижать вес, у вас появится уверенность, да, и вы начнете более устойчиво стоять на земле и верить себе и своему отражению, которое вы не любите, да? И поэтому вы все время ищете одобрение у него. Понимаете? Угу. А если, не если, а когда, да, вы начнете видеть и вот там, в зеркале, поддержку получать. Вы его отпустите? Наверное, отпущу. Давайте наша задача и стремление будет где-то там, хорошо? Хорошо. Будем с зеркалом общаться, да? Благодарю вас за откровение, да? У нас еще будут встречи, и мы с вами... Говоря о всех участниках, я конкретно скажу, что у всех первичный тип ожирение. Почему? Потому что даже у тех участников, у которых проявлены какие-то моменты со здоровьем, да, они приобретены как раз-таки психосоматически. Максимум, да. Тебе хочется на сегодняшний день, будучи уже взросленькой, одобрения мамы, поддержки мамы, чтобы она тебе сказала. У нее дочь, что все равно классно. Не, у тебя все здорово, понимаешь? Не, ну как бы у меня с родителями только позитивные эмоции связаны. И я тоже только по-доброму, у меня негатива никакого нет. Ну, просто а ты ненин гозы терю олганы кандай жакши? Джамиля үчүн апасын орду толбой келет. Эта тема для меня очень острая. Вы часто не вспоминаете? Просто скучаю. И все. Чего вам не хватает? Мамы. Вот что бы вы хотели, чтобы она сейчас могла бы, будучи рядом с вами, сделала? Я бы хотела, чтобы она гордилась мной, видела мои успехи, переживала мои неудачи, видела моего ребенка. Ну, как бы такие обычные жизненные вещи. Я очень ранимый человек. Ну, как бы... Понимаете, это такая тема, которую, в общем-то, я не знаю, ее, наверное, невозможно заглушить. Ну, хотя Равшан
говорит, что это спорный вопрос. Ее, в принципе, можно заглушить. Если бы твоя мама была бы сейчас рядом с тобой, она бы очень гордилась тобой. Она бы радовалась всему тому, как ты сумела в этой жизни выстроить. Она бы радовалась, что у тебя есть ребенок. Да? Ну, начинается банально, с 7 часов. Просыпаемся, умываемся, идем в садик. Я завожу ребенка в садик и дальше еду на работу. Ну, как бы после работы забираю ребенка. И домой, если есть какие-то дела, делаем свои дела. Ну, в основном это все очень скучно. Работа, садик, дом, работа. Ну, сейчас, конечно, вот эти вот события с проекта привнесли, конечно, многое в моей жизни. Сейчас у меня есть какой-то стимул, я все время куда-то бегу, куда-то стремлюсь. Боксирую, качаюсь, я уже штангу поднимаю, я очень люблю маму. Это мой самый любимый человек, самый замечательный мой человечек. Ну и как бы это мое будущее, я считаю. Но я считаю, самое главное то, что у меня появилась мотивация, что я действительно за это взялась, так как я очень долгое время не могла взяться за это. Ну и как бы проект, это был такой пинок, и когда тебя поддерживает такое количество людей, в общем-то, это очень приятно. Ну и есть свой стимул. На самом деле лишний вес, жир – это защита от внешнего мира. Антистресс. Ведь на самом деле вот эта эмоциональность, вот эти слезы, вот это проживание, да, это огромное потребление энергии. Угу. Даже не то, что мы бегаем и ходим, а вот это. То есть мы не предлагаем альтернативу. Мы так спрятались, убрали вот подальше. Лучше не буду думать и вспоминать, потому что я от этого плачу. Потому что мне от этого плохо. Да? И не предлагаем альтернативу решения и ослабления, то энергия-то сожглась. Там, ох, наши там непосильным трудом нажитые жиры там частично сгорели, да, то организм говорит, она такая чувствительная, мне же надо еще поднакопить жиров, чтобы потом я вот не дай бог, вот мне не хватило. Хозяйка у меня очень чувствительная. Понятно? И собирает, собирает, собирает. А потом мы говорим, о боже мой, что это такое? За что мне такое? И вот я никак не могу снизить вес. Я очень люблю выражение, да, вот оно у меня там почти в центре. Чем тише внутри, тем яснее снаружи. Вот это какая-то такая сегодняшняя философия моя. У нее там тоже висит чья-то фраза, я не знаю, что это. Тоже хочу процитировать там. Чем, как же было, чем тише изнутри, тем виднее это снаружи. Как бы это мой случай. Вот на сегодняшний день есть вот это состояние. Я к нему всегда стремлюсь. И как только я вот что-то внутри начинает, я вот с этим работаю. И вот этому я вас буду учить. Да, учить искать покой внутри. Потому что когда внутри тихо, то мы в сознании, в осознанности. А в осознанности мы можем придумать стратегию поведения и ее четко выполнять. Когда мы в чувствах, эмоциях, об осознанности речь может быть? Нет, конечно. Да, конечно, нет. Потому что всегда мы там... Всегда преобладают. Мы там где-то, над да? Над разумом. Конечно. А по-большому я просто хочу сказать, что ваши родители смотрят на вас с неба, гордятся вами. Особенно тем, что какая наша дочь пошла в этот проект и обязательно получит свой результат. Все у тебя получится. И я буду гордиться. Спасибо. Ну, понимаете, у каждого человека есть свои комплексы.
определенные, да, там нету такого человека, в котором бы это не, мне кажется, даже не зависит от того, вес это или что-то, в любом случае, есть такой человек такой сам по себе, обязательно что-либо ему не нравится в себе. Ну, как бы эти эмоции, эти мысли никуда не денешь, от себя ты не убежишь, и, в общем-то, они все равно нагнетают. И я думаю, что, возможно, Равшан поможет мне справиться. Дай нам максимум. Максимум, да. Сделали вдох. Держим, держим. Максимум. Максимум, последнее ускорение. Выдох. Правую ногу ставили на руль, тянемся. Поменяли ногу, поставили, выпрямили, используем второй руль. Все, занятие окончено, всем спасибо, молодцы. Максимум, да! Дай нам максимум. Максимум, да. Незнакомо, да, интересно? Рука, наверное. Это? Нет, какая это протеин. Здесь происходит. Тогда хотелось бы поддержки родных, а ее не бывает. Вы сейчас сидите и ерничаете. Машул, тура тамақтанудан тышқары долбордың қатысушылары психолог менен да тығыз иштешіп жатышат. Бұл өз кезегінде... Зеленую кнопку старт. Начинаем с ходьбы. Вкусно. Читам қайсың, читағын, талық тасың, сынбайсың, аракет қыл максимум, бағынсың, саға мақсат. Ха, надо сбросить пару-пару лишних килограмм. Work hard, 2-4-7, превращаем ритуал. Эй, ну-ка, возьми себя в руки. Максимум да қимылда, жаңын қадам ташкала. Максимум да қимылда, ты дай нам максимум, потягайся с собой лицо к лицу. И не дай себе сдаться вдруг, дай нам максимум. Максимум, да.